Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала «Взломанные игры на Android». Сегодня я вам хочу рассказать про такую игру, как Jack Quest – The Tale of the Sword. Классический экшен-платформер, выполненный в пиксельном стиле, сюжет которого разворачивается в вымышленном мире. Главными действующими лицами игры выступили молодые люди – Джек и Нора, которые однажды отправились в лес на прогулку, где Нора была похищена злобным орком по прозвищу Корк. Погнавшись за похитителем, Джек находит странный меч. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Который не только стал ему помогать во всем, но и стал настоящим другом. В последнее время выходит мало качественных платформеров, но этот обладает приятной графикой, хорошим управлением и геймплеем. Более того, эта игра помимо Android вышла на PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox. Ссылка, как всегда, в описании.